Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Добрый день. Представляем вам обзор сервиса YouThink специально для отзывmarketing.ru. YouThink предлагает пользователям зарабатывать деньги на прохождение опросов. Сразу же в глаза бросается надпись, что за первую анкету человек получит целых 80 рублей. Уже становится интересно. Для этого клиентам надо кликнуть на кнопку «Присоединяйтесь». Появляется форма, которую надо заполнить. Вы можете сделать либо новый аккаунт, либо авторизироваться уже через имеющийся на платформах Google, ВКонтакте или Яндекс. Регистрируемся. Сразу же на моем личном счету появляется 10 рублей в качестве приветственного бонуса. А вознаграждение мы получим, если заполним свою профильную анкету. Подробнее ознакомиться с блоками вопросов, из которых состоит эта анкета, вы можете в разделе «Профиль». Тут есть вопросы о домохозяйстве, финансах, образовании и так далее. Давайте попробуем пройти один из них. Выберем тот, где не очень мало или много вопросов, чтобы было интересно и динамично. Например, опрос про финансы. Первый вопрос. Какими финансовыми продуктами я пользовалась в течение последнего года? Как и большинство людей, я пользуюсь банками. Касательно услуг, я открывала вклад, получала деньги из банкомата, оплачивала банковской картой всякие вещи. Страхованием я не пользовалась. А вот здесь у нас вопрос про то, каким банком я пользуюсь. Это я уже не буду показывать. Переходим к следующему вопросу. Пластиковые карты у меня дебетовые. Я покупала акции. Все, вот мы и закончили наш опрос. И сейчас мне начислится 5 рублей. Сервис автоматически перебросил меня на следующую страницу. Опрос про образование. Если я заполню его, то я получу еще 5 рублей на свой счет, у меня уже будет целых 20. А если заполню все 15 разделов, то буду обладательницей 80. Вот я и заполнила все вопросы в своем профиле, значит, теперь я могу выполнять опросы. И вот действительно на моем счету 80 рублей. Кликаем на кнопку «Начать заполнять опросы». Опросы доступны во вкладке «Опросы». Удобно, что рядом с каждым опросом справа написано, сколько денег я за это получу и сколько времени это у меня займет. Внизу мне предлагают подписаться на уведомления ВКонтакте о новых опросах. Или если я не пользуюсь социальной сетью ВКонтакте, то я могу разрешить присылать мне эти уведомления на почту. Детальнее разобраться с рассылкой на почту я могу, если зайду во вкладку «Профиль», пролистну вниз и с помощью бегунков выбрать, какие именно новости вы хотели бы получать. Давайте попробуем вывести мои деньги на банковскую карту. Для этого кликаю на кнопку «Добавить» и прописываю свой номер карты. Кликаю «Сохранить». Внизу появляется уведомление, что кошелек сохранен. Вот я вижу теперь свою карту и нажимаю на кнопку «Вывести». И оказывается, что минимальная сумма вывода 500 рублей. Так что, к сожалению, свои деньги я сегодня не получу. Осталось накопить еще 420. Также сервис YouThink имеет партнерскую программу. О ней вы можете подробнее узнать во вкладке «Партнерам». Если у человека возникли вопросы, то ему не обязательно писать в поддержку. Он может зайти в раздел FAQ и самостоятельно разобраться. Наверное, наиболее интересующий вопрос – сколько можно заработать, проходя опросы. Так вот, администрация сайта обещает, что в среднем за месяц пользователям удается заработать около 1000 рублей. А говоря о медийной стороне проекта YouThink, вы можете почитать отзывы клиентов и непосредственно подписаться на саму группу ВКонтакте. Тогда вы будете в курсе всех свежих новостей. Таким образом, мы прошлись по всем важным аспектам сервиса YouThink. Можно делать выводы. Сайт удобный, понятный. Если рассматривать этот сайт в качестве дополнительного заработка, то он отлично подойдет. Задания не очень сложные и легко выполняются. Также есть возможность настроить рассылку. Вот и все. Ссылка на сервис в описании видео. Там же можете посмотреть отзывы и подписывайтесь на наш канал.